И всем привет, ребята, с вами Робин Гуд. И сегодня мы будем открывать паки в игре FIFA 16. Сегодня у нас очень крутая команда недели. Сейчас я покажу вам ее. Вот такая у нас команда недели. С Суарезом, Агуэро, Бензема, Эриксоном, Руни на позиции цопника. Ну, философия же, понимаете, само собой, философия. И Абель Эрнандеш. Буду делать это без монтажа, потому что я лично не люблю, когда монтаж происходит. Дибала, Гризман, даже Гомеро очень неплохо по статам. Перед началом ролика хочу сказать одно. Монеты мне предоставил большой ушастый монстр. Вот так. И, собственно, что у нас там за паки, давайте посмотрим. Повышенная вероятность, кстати. Якобы. Ну, давайте посмотрим. Золотой набор, да? У нас есть по 35 паки. Ну, мы, не знаю, будем открывать. Начнем их паков по 7500. Начинаем. Первый пак. За 60 FIFA Points, как вы видели. Скипаем. Нам падает, кстати говоря, очень-очень... легендарный игрок, но который, к сожалению, ничего не стоит. Форма так себе. Это можно фиксировать. Давайте откроем по за 700 монет. FIFA Points. Мы откроем на все монеты. На все, точнее, FIFA Points. Я очень надеюсь выловить хотя бы кого-то. И этот пак у нас скипаем. Чех и Перейра, кстати, очень годные игроки. Я их сохраню. Очень классный пак. Чех и Перейра, я думаю, даже половину окупают. Ховард, в принципе, тоже что-то стоит, я его сохраню. Варелла такой. Шмейхель тоже чего-то. Ник фиксельный. Виктор, нет, Варелла, нет. Это все остальное. Спасибо. Хороший, очень годный пак. В принципе, я думаю, у тебя полностью окупает еще за счет расходуемых предметов. Формы какие-нибудь красивые есть. Эта форма очень красивая, я ее сохраню. И, собственно, это тоже сохраню форму, и эту эмблему я сохраню. Что ж, этот пак был очень годным. Прямо очень годным, реально. Следующий пак у нас за 7500 или за 150 FIFA Points. И, пожалуйста, дайте мне что-нибудь хорошее, EA Sports. Все-таки я впервые доначу вам. Скип. Рафинья. Ванкер, кстати, я тоже сохраню. Он очень неплохо для... Ну, статы хорошие, реально годные. Это тоже можно все сохранить. Остальное мы, само собой, квикселим. Хотя тренер, наверное, что-то стоит. Все, остальное точно квиксел. Так. Тут что-то мне не нравится сейчас, что происходит. Поэтому... Пак за 700 FIFA Points. Может, останется 3. Подождите, а мне хватит? Да, мне хватит, безусловно. Скипнем еще один пак. Ой. Ну ладно, мы дюбу сохраним. Какие-то дюбинги. Пенек чего-то, наверное, стоит. Ну, на самом деле, пак отвратительный. Почетину сохраняем. Тоже, в принципе, тренер неплохой. И сейчас тут играет очень уверенно. Хотя, конечно, мог бы, наверное, и получше играть. Так. Форма интересная. Но такое себе, если честно. Ну да, потому что здесь ничего не еще сохранить. Наверное, сохранится паренька Монтеро. Он может чего-то стоить. И этот Джеру. Я совсем еврей, я даже за маленькие FIFA Points борюсь. FIFA Points тают на глазах. Следующий пак. Муж потратили 1000. И скипнем. Да. Просто да, даже сказать особо нечего. Форма Локомотива. Спасибо. Спасибо за форму Локомотива. Ну, зато монетки появляются, что приятно. Следующий пак за 700 монет. И мы скипать не будем. И это паки у нас Стерлинг. Стерлинг это очень круто, кстати. Он стоит... Квиксел. Серьезно? Стерлинг... Ну ладно, 60 монет это неплохо. Это хороший годный игрок, как и Почек Плачуковский. Это два очень годных игрока, я их сохраню. Клубы, они мне пригодятся. Казимиру, Кэмерон... Так, этот серебряный парень, сколько у него звезд? 3. Маловато, но я сохраню, пожалуй. Сориана, легенда, который с каждым годом все хуже и хуже получает карточку, хотя играет очень-очень годно. Казимир сохранил, тоже что-то стоит, парнишка. Остальное, конечно, Excel. Он какой-то индус выпал. Да ладно, этот мотивация позиции что-то стоит, эти чего-то стоят. Блин, а, нет, набор игроков, кстати, форма. Форма очень красивая, американская. Это реально топчик, она реально очень классная, даже делаю текущее место Чапаса. Мне она очень нравится, она очень красивая. И набор игроков, между прочим. Так, стоп. Точно все правильно. Кстати, очень много футболистов нам выпало в этом паке, поэтому даже Квиксел у меня плохой вышел. Так, набор игроков. В основном, я так понимаю, два игрока, один из них золотой, один редкий.
Сейчас выпадет здесь Дибала, смотрите. Скип. Ну, HRV, кстати, это неплохо. Он не XL, но там полтора тысячи тоже, по идее, стоит, да? Да. 3000 он стоит, что очень неплохо, опять же. Ну, этого парня я не знаю даже, что-то стоит или нет. Его мало, 300 монет, в принципе, даже, я думаю, стоит, поэтому быстро его поставим. Пускай стоит. Так, у нас остается... Мы открываем пак сейчас, это был пак за 700, у нас осталось 2 таких пака, и паки по 150, короче, подкроем их пока что, конечно. На 500 поинтов. И скипнем этот пак, или нет, давайте посмотрим анимацию. Опять же, хорошо я хожу, очень много контрактов выпадает, это приятно, это в принципе, всегда неплохо. Форма Валенсии, ну, такая себе, я сохраню, может, что-то стоит, как это серебряный футболист, остальное это пиксел с собой. Следующий пак с Агуэро на обложке. Кстати, да, давайте я теперь буду футболистов тоже выбирать, чтобы они были получше. Этот пак, нет, мы будем скипать. Агуэро забивай. Агуэро. Кстати, Елисеву, очень неплохой футболист, он пригодится для одной моей сборочки, которую я покажу буквально вот завтра. Это он очень так вовремя нам выпал, это мы все сохраняем тоже, само собой. А это все, кстати, мяч интересный. Мягкий мяч. Нет, ну тут не стоит покрасивший мяч, поэтому все это фиксал. Кстати, монет мы уже накопили очень так годно. Ну, давайте еще подкрываем еще. Еще по 150, в принципе, можно подкрывать пока что. На драфт я не буду тратить монеты, точнее, поинты, поэтому можно хватить до упора. Лео Месси на обложке и в паке Трантон. А, фу, то есть Фалькао. Ну, Фалькао это пару тыщенок, это такое себе, на самом деле. Удовольствие, китаец, который, кстати, может даже чего-то стоит. Да, ну даже чего-то стоит. Но. Хорошо, сохраняем этого китайца. Форма Вулверхэмптон. Но форма ни о чем, поэтому их цель. В принципе, мне нравится оранжевый цвет, но эта форма была реально. Так, давайте другой пак. Дайте мне какой-то. Нет, Алаба, Месси. Давайте так. Мне нужен игрок из серии А. А такие разве есть на обложке? Хорошо, нам нужен любой игрок из Барслайс. Давайте откроем самый худший с Гарри Кейном. Вот, Гарри Кейн. Худший игрок, самый худший из тех, кто на обложке, по статам, по крайней мере. Ты, в принципе, играл, наверное, хуже, чем тот же Агуэр, поэтому скипнем. Да, это была плохая мысль. Отвратительная. Он приносит худшего вратаря сборной России. И, в принципе, больше ничего. Форму Уругвая. Почти как форма Суареса, кстати, из Манчестера. О, Агуэр из Манчестера Сити. Кстати, вот форма Америки очень красивая, и она стоит даже чего-то, поэтому я отправлю список продаж. Этот мяч тоже красивый, я его сохраню в клубе, эти две формы. Нет, тут ничего больше интересного нет. Давайте откроем один пак за 700 монет. Точнее, FIFA поинтсов. Вот. Кстати, если вы думаете, что это за канал такой, то... Да, действительно, хороший вопрос. Но я фифер, который будет снимать не какие-то матчи заезженные, либо покопенинги, что очень людям нравится, либо я буду снимать составы. Я буду сам собирать составы. Так, вот эта эмблема Real Soul Play стоит у Рухин, сколько я знаю. Такой ютубер. Эта серия наверняка что-то стоит, эта позиция стоит. Ну, я так просто сохраним, сейчас я быстренько буду. В принципе, пак отвратительный здесь, совсем не тот. Еще который есть. Так, ну что здесь можно сохранить? Папа нам не нужен, спасибо. У нас он уже есть. Ну, вот эти тут можно сохранить, в принципе, остальное. Ну, слушай, зато монет уже очень много накопилось. И мы еще открываем по 100-500, по 150, а потом в конце откроем еще один за 700. На самом деле, я расстроен. О, Лаказет! Я его продал недавно, это очень неплохой футболист, это реально неплохо, но не окупает пак, совершенно. Точнее, пак покупает, но он стоит сколько там, 8, по-моему, стоит, если чуть-чуть подешевел. Нет, он даже чуть подорожал. Да, восьмерку он стоит, это, в принципе, неплохо. Юрки тоже, кстати, неплохой вратарь, он в этой фифе очень неплохо себя проявляет. Лига английская тоже никогда что-то стоит, так что, ну, не самый плохой. Эти ванчак, кстати, могут что-то там даже стоить, поэтому я их отправлю в список продаж. Все остальное, пик, хотя эмблема. Сохраним, бально. Так, у меня, почему я так не осталось, следующий пак с Алабой на обложке. Алабой, не знаю. Пожалуйста, принеси мне кого-нибудь хорошего, пожалуйста. Краховяк, кстати, Краховяк очень годный футболист, он еще, к сожалению, не стоит, не ценится совершенно. Два серебряных игрока я оставлю в клубе, я не могу получить.
В общем, вы поняли, в список продаж. Австрийская лига. Форма какого-то сарая. Кстати, форма какого-то сарая довольно-таки красивая, я ее даже не сохранил. Остальное это... Так, у меня осталось 1500 поинтов. Я открою, наверное, в конце пак за 700. Блин, ребят, ну, 6000 поинтов, это много, это реально много. Пожалуйста, ну, хотя бы одного информа, я ничего не прошу, даже квиксельного. Сократис. Сократис это, в принципе, неплохо, нечего особо жаловаться, но это, не, это совершенно не то, что я хотел. Совершенно. Сантос. Чего ты стоишь, брат? Вау! Он даже что-то стоит, его мало на рынке, я его отправлю в список продаж. Отправил! Молодец, типа. Ну, тут у нас больше ничего интересного. Хотя тут форма интересная. Больно это тоже. Все. А монеты, два поинта почти закончились, и у меня тают надежды на что-то хорошее, реально тают, я очень надеюсь на то, что выпустят все-таки какой-нибудь приз в конце. Камень, кстати, в этом очень годно, я его пользовал. Но пока блин, повышенный шанс получения информа. Я был брат даже самым фиговым, честное слово. Давайте попробуем, что сейчас, потом закончим по 150. Отвратительный, на самом деле, покопанинг. Кроме Лаказета, даже почти не выпал, и я не смогу сказать. Фернандини, серьезно. Отвратительно. Фернандини. И все, больше даже некуда сохранить, реально, даже некуда. Вот, кстати, Пантелеймон. Перешел в Уотфорд, новый трансфер, ну, может, это даже стоит. Новый трансфер, хотя, как бы он, как было, как остался в ПЛН, он ничего не стоит. Да, ну я сохраню его. Пантелеймон, вратарь очень интересный. Ридевальд, все сохраняем. Отвратительно, на самом деле, я очень разочарован. Мне кажется, сыграет, но я реально дико разочарован. А тут нет Хосеан? Что это? Вот это просто кисел. Ну, плюс в том, что я накопил 1000 монет. Ну и все. Два пака по... Три пака по 7500. И на этом заканчивается. Первый пак с Лео Месси. Второй я, наверное, сделаю с Гарри Кейном. Просто ничего не делаю. Хотя музыка прикольная. Второй пак я вот это не нужен. Газета нам не нужна. Нет? Алла, давай Алла. Алаба, пожалуйста, принеси мне информу, я прошу, самого фигового, я буду рад, ну серьезно. Самого фигового ифа, плиз. Да, Карвахаль, хорош. Алаба, как знал, Карвахаль, это очень круто. Отлично, сколько он стоит, пожалуйста, Карвахаль, стоит хотя бы 1000, 55 000. Да, просто почти последний пак, предпоследний, и да, не Карвахаль, 82, шикардос. Yes. Алаба затащил. Конечно, может быть получше информа, команда Дель дикая, но, блин, Карвахаль это круто. Алаба, спасибо. Просто. Красавчик. Еще один пак у нас остается, кстати. Но Карвахаль это дико клево. Это реально очень приятно. 55 000 монет, он еще подорожает, он будет стоить, наверное, где-то в районе сотни, я думаю. Потому что, в принципе, особо на ПЗ больше некого ставить, кроме Дани Алвеша в испанской лиге. А зря, тем более, некого. Фух! Это шикарно, эмблема. Кстати, форма очень интересная, Chicago Fire. Я ее поставлю. Да, поставлю. Мне нравится. Блин, я очень доволен сейчас. Просто очень круто. Конечно, мы все равно ушли в минус в итоге, да? Но все равно мы купили немало. Давайте еще откроем еще один пак. Все, я буду с вами прощаться, ребята. Вот такое было мое первое видео. Вот такой вот я человек. Это я Робин Гуд. Вот. Кстати, нам выпало два португальски говорящих человека. Вот такой вот это был покопанинг, ребят. Сейчас покажу вам то, что мы выловили. Так, мы выловили сейчас с вами. Ну, что мне нравится. Мы выловили это. Мы выловили Карвахаля 82, форма, очень клевая форма. А Петра Чеха 85, потом мы выловили Касилиса, по-моему. Нет, у него не был Касилиса. Лаказета 84, потом у нас был после этого Фалькао, Сократис.
Сиригу, был еще Стерлинг, Крыховьек, Перейра, кстати, я чуть не забыл про него. В общем, нормально, в принципе. Я доволен. Бисты были. В конце был очень крутой игрок. Конечно, я надеялся, что некоторые из них стоят чуть дороже, но сейчас цены обрушились. Но в целом, все равно неплохо, реально. В целом, все равно круто вышло. Кстати, по-моему, купили его, да? Казалось. В целом, я доволен. Давайте, наверное, еще один пакет откроем серебряный. Просто на удачу. Вдруг победит, как говорится. Давайте откроем. Один серебряный пак. Просто так. Вот. Только успех на канал. Если вам понравилось, то подписывайтесь. Я буду всегда рад вас увидеть, но понятно, будет бомб. Поэтому вот так вот. Я эмоциональный, никогда не ругаюсь матом. Меня зовут Тимур, эмоциональный. И буду делать покупанинги и сборки составов. Так что можете заходить на мой канал, можете подписываться, если вам делать нечего. Я буду только рад, на самом деле. Я очень сильно хочу стать крутым фифером. Очень хочу. Поэтому, ребята, реально, я буду только рад, если вы подпишетесь, поставите лайк, пишите в комментариях что-нибудь полезное, кто-нибудь, что поможет мне в развитии. А на этом, собственно, все. Кстати, пишите, нужна ли вам вебка такого вот жирного, уродливого человека, которому дает деньги на паки страшный монстр. Вот. И будьте крутыми пацанами, ребята.